однажды жил Вахурамад. Сидит герой по имени Тарар. Там каждый день был пир и праздник. Там веселились молод и стар. Но портил общую картину, творя полнейший беспредел. Правитель, эх, скотина, он сжечь Тарара повелел. Тарар, естественно, был против. Гарик при жизни не привык. Народ повел тирана против и наступил тому кирдык. И все, и след его растаял. И кто бы знал о нем вообще, когда б не троица святая, Пьер, Агюстен и Бомарше. Судьба несчастного Тарара легла морщинкой на челе. Банкет на деньги с гонорара и вот ливрет на столе. А там Сальери друг сердешный, но лучше с ним не выпивать. Тот сочинил мотив прелестный и свет стал опере внимать. И все, и свет ее растаял. Да кто бы пел ее вообще, когда б не Пушкин, что оставил след на бумаге и в душе. Событий много было разных, кто с кем, когда и сколько пил. Но помню вся Ахура Мазда, как Моцарт оперу хвалил. Века летели, как хотели, на то они есть века. Но их ведет на самом деле поэта легкая рука. И вы, настроивши гитару, хлебнув шампанского с утра, мурлычем песню про Тарара. Тарарарара, тарарара, 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 тарарарара.